Всем привет! Как вы уже знаете, у нас монетизацию отключили с России. И несмотря на то, что я сама из Беларуси, у меня как бы дохода нет вообще, копейки. Потому что у меня весь трафик и шел из России. Но тем не менее, какие-то копеечки у меня падали. Последний раз я вывела деньги где-то в начале марта. И где-то за февраль, начиная с февраля, там копились такие маленькие суммы. И я, наверное, месяца два назад или три, ну, может, два месяца назад заглянула в AdSense. Там была такая маленькая сумма, не помню, около 30 что-то долларов. Но я больше туда как бы особо не заглядывала. А это сегодня, думаю, дай-ка я туда загляну и посмотрю, что у меня там накопилось. Доход у меня вообще никакой. Вот, пожалуйста, вот такой вот доход. Поэтому как бы просто снимаю для себя видеоролики, потому что они для меня как память. Что-то мне как подсказка на будущее, потому что я выращиваю некоторые растения, и мне хочется, ну, как бы вспомнить, как они там были в прошлом году, позапрошлом. Ну, естественно, дублирую все видеоролики на YouTube. Вот, но даже вот эта вот сумма, видите, она должна была накопиться и появиться в AdSense. Но в AdSense этой суммы нету. Немножко изменился сам дизайн. Раньше был тут синий дизайн, было немножко по-другому. Сейчас, видите, черный и совсем по-другому. Перевелась сюда. Вот здесь у меня стоит порог 110 долларов. Но это я когда-то установила этот порог. Вот. И успела, короче, где-то, ну, это примерно эту сумму вывести. Но здесь, как вы видите, то же самое по нолям. Полазила немножко здесь по аккаунту этому, короче говоря, и ничего такого не нашла. Не нашла, куда деньги делись, даже эти копейки. Не нашла, где изменить порог. В общем, полазила, тут полазила, посмотрела, что все фигня, и не знаю, где делись деньги. Если вы с таким столкнулись, может, нас вообще, как говорится, отключили и просто на нас зарабатывают деньги. Может и так. Поэтому, в принципе, реклама у меня на канале идет. Доход, если сюда и скапливается, то его нету. Куда уходят деньги, я не могу понять. Может, какие-то есть изменения, а я об этом не знаю, потому что я с YouTube в последнее время как бы не сильно дружу. Дохода нету, ничего нету. Как-то он мне вообще так для себя снимаю, да и все. В общем, ребята, если вы с таким столкнулись, напишите в комментариях. Может, я чего-то тут недопонимаю уже. Ну, а пока всем до встречи.